Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах, по которым стоит завести хомяка. Хомяки считаются почти идеальными животными для многих людей, они достаточно неприхотливы и прекрасно подойдут в качестве первого животного. Уход за хомяками до невероятного прост. Сами по себе они очень чистоплотны, живут на своей территории, а в туалет ходят в отведенное место. Бытует мнение, что от хомячков исходит плохой запах. Так вот, это неправда. Здесь дело не в них, а в том, как часто вы будете мыть и убирать клетку. Да-да, хомяки немного едят. Несмотря на свои большие щеки, кушают хомяки действительно очень мало – 10-20 грамм в сутки. В основном в их рацион входят фрукты, овощи, злаки и зелень. Есть также специальные сухие корма и лакомства, которые прекрасно подходят для питания хомячка. Хомяки – ночные животные. Для многих этот факт скорее покажется отталкивающим, но с другой стороны, для людей, которые работают днем, а домой приходят только вечером, хомячки – идеальные животные. Ведь днем они спят, а бодрствуют большую часть вечера и ночи. Но даже и для тех, кто любит поспать, хомяк не станет помехой, ведь они очень тихие. Секретное оружие хомяка – его внешний вид. Большие щеки, маленький размер и неугомонный характер – все это атрибуты каждого хомяка. Именно благодаря этому они становятся незаменимыми любимцами семьи. А если посадить хомячка в прогулочный шар, то заряд позитива вам точно обеспечен. Хомяков можно дрессировать. Удивлены? Лапу они вам не подадут, а вот научить их отзываться на свое имя или выходить из домика легко. Но помните, чем больше вы с ними играете и контактируете, тем быстрее это будет происходить. Самое главное, решая, будет ли у вас жить хомяк, взвешивая все за и против, в первую очередь необходимо думать о том, насколько животному будет хорошо жить с вами. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.